забрала себе свою посылочку. Новые вкусы заказала бомбаров. Шоколадки. Маленькие шоколадки. Покажу. Такие вот. И печеньки. Муфаса, you know we finally here, right? Wowie. It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? It's life again, it's life again. Угадайте, кому я заехала, как я скучала, когда подруга владелица магазина, всегда можно попросить просто открыть и просто померить все красиво перед зеркалом. Как поднять себе настроение? Позвонить подруге со словами: готовь что-нибудь мне красивое. Как вам? Класс, мне очень нравится. Классная вот это, мне очень нравится. Боже, какой же она летняя, легкая. Супер. Тоже такое. Нежнятинка, прям люблю. Летняя. Миллион причин. Вы свободны, потанцуем, может? В таком платье хочется на медленный танец уйти. Красивая. Вот этот костюм мне прям очень нравится. Цвет, стиль. Такая леди-леди. Сейчас джемперочек еще померю. Сюда же. Троечка. Вот так с джемперочком. Скажите, симпатично, мне нравится. Вот эта модель сарафанчиков. У меня таких два. В горошек и красно-белая. Я вот позапрошлом году была в Италии, я только в них выходила, меня прям вслед мне кричали: «Моника, Моника Белуччи!» Они хлопковые, классные. Ну, вы посмотрите на эту нежнятину. Смотрите, на яхту. Ветерок. Ну, вот еще вариант моего любимого сарафанчика. Смотрите, видите? Такая расцветочка такая. Они прям классные. Вот, обожаю такой стиль. Обожаю. Цвет Тиффани. Вот тут вот мне из-за кулисьи подсказывают. Сейчас пиджачок примерю. Смотрите, как красиво. Мне очень нравится. I'm sexy and I know it. Вот с таким пиджачком. Тоже, кстати, очень-очень стильно. И так. Леди-леди. Как Анютка любит. Платье принцессы. Класс. Мне очень нравится. Посмотрите, это просто прелесть летняя какая-то. Обязательная вещь, которая нужна девочке. Розовый спортивный костюм. Ну, посмотрите, какой он клевый. Мне очень нравится. Классный. Это топчик. Пожалуй, такой себе возьму. Посмотрите, какая нежнятинка тоже. Настроение вообще сверху плюс 100-500. Вот это тоже очень женственное. Хлопок. Вы посмотрите. В клеточку. Очень миленькое. Оп. Вот это еще очень милое. Смотрите, какое легенькое. Вот еще, смотрите, темно-зеленое в мелкий горошек.
красиво, правда? Ну, такое, ну, классненько даже. Так что завершаю вот таким нежным платьицем. Смотрите. Все. Все я себе выбрала. Успокоилась. Настроение отличное. Можно ехать домой. Один кореец хорошо, а два корейца лучше. Мы похожи? Ответьте. Угадай, где я? Я дома. Угадай, как я? Я в норме. У меня цель, и я о ней помню. Я варю контент, как повар. Угадай, где я? Я дома. Угадай, как я? Я в норме. У меня цель.